sportbets.com. Уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет. Chasing status. I was raised in the city. Всем еще раз привет, с вами Страйк и студия КСТБ. Мы продолжаем смотреть матчи сегодняшнего игрового дня. Заключительная встреча, игра двух суперкоманд. Первая это, конечно же, Нави. Покажу, наверное, просто составы на сегодняшний матч. У команды Unity есть небольшие изменения. Вместо Касада и ЮНК играет товарищ... Ага, не тот-то, не ту гарнитуру одел, вот был в шаге от того, чтобы провалиться. Еще раз, наверное, поздороваюсь с вами, всем привет, друзья, с вами студия КСЛТВ и Страйк. Мы будем смотреть заключительный матч сегодняшнего игрового дня, а именно встречу команд Na'Vi и InNation. Ростер команд на ваших экранах: Na'Vi, Zevs, Tarix, Kibakin, Seizet, Senya. InNation — это Эми, Николинья и кого же у них нет? Летний, вот кто такой Летний? Почему у меня его нет? Знаю, что набрили Касада вместо него КГР. Знаю, что... А вот как раз вместо ЮНК Летний. Вот оно что. И давайте смотреть. Knife Round уже в полную разыгрывается командами. И кто за кого будет начинать, мы узнаем буквально сейчас. Блин, но этот провал с гарнитурами, надо же было, еще бы чуточку и комментировал бы в гарнитуру, в которых выключен звук. Но благо в студии есть Егор, который вовремя поставил меня на путь истины, и мы все-таки сможем нормально посмотреть эту зарубку. Итак, ситуация 3 в 1, Кибакин, один одинешенек против троих игроков команды InNation, и как ни странно, InNation выигрывают этот раунд и будут начинать в атаке. Еще один вот такой вот не совсем понятный для меня момент. Как это Dust 2? Я вот честно видел команду InNation в действии только на Inferno. Ну, будет интересно. Тем интереснее будет смотреть этот матч, что покажут парни в атаке. Как вы все прекрасно понимаете, атака на Dust 2 является приоритетной стороной. Есть, конечно, команды исключения, которые любят начинать за дефенс и... тем самым придумают себе кучу проблем на голову. Но, как будет играть команда Natus Vincer? Вообще, вот есть у меня информация, что постараются сосредоточиться парни именно на Star-серии. Это будет приоритетным чемпионатом для команды Na'Vi. Хотят они пробиться в финалы 8-го сезона. Ну и за это, конечно, отдельный респект, потому что мы также хотим их видеть в финале. Есть open фраг, Tarix, точнее, Senya забирает мы, она тем временем Ника минусует где-то в кармане, также уверенно забирает, воу, потише, Эми. Это был Эми, который забрал Tarix в респауне, ну и посмотрите, продолжает агрессивничать, InNation врывается в респаун, забирает Кибакина, забирает Senya, в живых остается, блин, да что происходит, этот Seizet с ником Seizet Членя, что это такое? Я вот смотрю на...
первые буквы, а там есть С и есть в конце окончание девятка, которое Сеня приписывает свою букву. И почему-то Сейзеда мне хочется назвать Сеня. Ну это вот гадость в исполнении Нави. Буду их, наверное, сегодня путать, потому что вот буквально смотрю на хелсбары. Точнее, не на хелсбары, а на худ. И именно по худу определяю, за кем же все-таки наблюдаю, потому что клацаю на кнопочке 2, 3, 4, 5, 1, 6, 7, 8, 9. Ну и, короче, как-то так. В итоге Нави проигрывают пистолетный раунд. И это, по-моему, ну, никого не удивило. Nation все-таки недаром выбирали атаку, знали, на что шли, знали, что в атаке им будет немного попроще. И, в принципе, уже с самого начала берут бразды правления в свои руки на карте Dust 2. Так, от Ника есть второй минус, забирает Старикса в зигзаге. Перестрелка Сейзеда в медле, ну, вроде в голову Кагеру попал. Но не до конца. Сенечка падает, нет, да, Сеня. Сенечка упала, и в живых остается только Сейзед. Сейзед один против всей команды InNation. Ну, если сделает хотя бы один минус, это будет уже успех. Успех, конечно же, в этом раунде. Вообще, вот, не успел я показать, Старикс ворвался на сервер с ником Баванар. У кого-то был еще какой-то дотерский никнеймчик. Ну вот, походу, Серж, он же Старикс, он же Найтсталкер, он же Баванар, постарается сегодня кого-то удивить. Но пока у Сереги не ладится. Пистолетку проиграли, Старикс не сделал ни минуса, Зевс также без минусов, ну и Кибакин. Сеня и Сейзет имеют по одному фрагу, и вот Сейзед постарается исправить эту ситуацию уже в этом раунде. Как видим, довольно-таки неплохо поджидает своих оппонентов и уже может удивить Эми, но... Нет, все-таки удивил КГРа. КГР красненький старался выжить в этом раунде, но все-таки судьба не дала ему этого сделать. 2-0. InNation берут экономический раунд своих оппонентов, при этом потеряв только КГРа. Ну и... В третьем раунде, посмотрите, выкидывают все фармганы, оставляют... вообще ничего не оставляют для команды Na'Vi. Будет 4 АКМа плюс Галил. Что придумают Na'Vi на экраунде? Но это будет врыв на Бэплэнд. И его будет принимать товарищ Эми. Эми, есть минус. Забирает Кибакина. Тем временем Летний забрал где-то Сенечку. Но его быстренько разменяли. Итак, смотрим опять на карту расположения игроков команды Natus Vincer. Сейзед на бэп-ленте. Старикс, он же Баванар, он же Найтсталкер. Находится в медле. Зевс на зигзаге. Ну и вот, по-моему, кого же будет экшен первого? Зевс. Зевс должен подловить сейчас Ника. Нико, Нико, есть минус, да. Удается капитану команды Natus Vincer, хотя... бывшему капитану. Скорее всего, Зевс остается тим-лидером, но должность капитана исполняет уже другой игрок. Он же, ну, как вы знаете, это Скибак. 3-0. Сразу же в руках у Старикса появляется АВП. Ну, вот после ухода Маркелова Сергей Ивовый-Щук моментально занял вакантную роль снайпера. Ну и уже на его счету, не знаю, как минимум 3-4 хайлайта я точно помню с этим девайсом. Не хватает Сереге небольшой стабильности с АВП в руках. Но я думаю, он поднаберет и еще покажет всем, на что способен. Атака команды InNation пока вот непонятно. Занимают критические позиции, постараются, наверное, на верочку разыграть этот раунд. Понимают, что цена... этого раунда, можно сказать, за два. У Na'Vi очень слабая экономика. Если проиграют этот раунд, то это будет 5 раундов для InNation. Итак, летний Эми на респауне. Передропнулись бомбу. Эми отдал ее товарищу Летний. И будут выходить на Б-плен. На Б-пленте их ожидает Сеня. Сенечка. Нет, Сеня на длине. Сейзит на Б-пленте. И тут должен находиться Кибакин. У Кибакина не совсем стандартная позиция. Ника моментальный минус, хотя получил патрон в голову. И что же, Сейзет продолжает сдерживать БПЛ в одиночку. Забирает Летний, также уверенно минусует КГР.
Ну, вот просто Сейджет красавчик. С Нена, правда, справился не удалось, но ситуация это 2 в 3. И если Зевс, ну какой тайминг неудачно ловит Данил. 2 в 2 ситуация. Сеня постарается подловить сейчас Эми, и это удается сделать Есенину. Нена в итоге один против двоих получает пулю с АВП от Старикса. Ну и посмотрите, какая неоднозначная ситуация. Красный Есенин с кольтом в руках. Красный Нена на Б-планете с АВП. Если Нена удастся забрать Есенина, то у Старикса могут быть проблемы. Потому что АВП лишает мобильности игрока команды Natus Vincer. Ну и давайте, наверное, посмотрим за Серегой. Падает Сергей, Сеня 1 на 1, очень ответственный момент для команды Na'Vi, и все-таки Сеня, красавчик, вот сколько было негативной критики в сторону этого парня, но Сеня выдерживает давление и продолжает радовать, наверное, своих болельщиков и болельщиков команды Natus Vincer своей игрой. Именно ему удалось подловить теми верхние тэшки и, оставшись 1 на 1 с красными хп против Нена, взять очень-очень важный раунд для команды Natus Vincer. Сохраняет также АВП для Сережи Старикса. Ну и вот в этом раунде Стариксу нужно быть поактивнее, потому что есть небольшие проблемы у Na'Vi. Идет контр занятия длины. Ника забирает Зевса, Сеня минус Нена. Ну и что же, Сережа Старикс постарается с апвента выцелить кого-то из оппонентов. Но InNation начинают массовую перетяжку. Просто какая-то миграция в исполнении InNation. Куда пойдут, пока еще непонятно, но Na'Vi озадачены. Озадачены тем, куда же все-таки определяться, пойти InNation. Так, вот у Сейзеда вроде бы сейчас намечается потихонечку какой-то экшен на зигзаге. Довольно-таки неплохая позиция. Если сделает OpenFrag, то там просто пойдут минус за минусом. Кибакин тем временем поджимает стэшки. Отрезает как минимум полкарты для команды Na'Vi. Сейз падает в зигзаге. Старикс готов ли принимать апленд? Есть минус. Забирает Ника, но КГР сразу же минус в ответ. Кибакину тоже удалось сделать минус. Ну и что же, Киба, он же капитан команды Natus Vincer, постарается взять этот раунд один против двоих. Ну вот надо подбирать здесь девайсик, что и делает Кибакин, меняет на АКМ свой ФАМАС. Ну и как будет выбивать Кибакин, мы сейчас с вами узнаем. У команды InNation довольно-таки неплохие позиции. Один в кармане, второй на гусе. Это усложнит жизнь Кибакину, перекрестный огонь в исполнении InNation. Это очень-очень непросто. Летний делает завершающий фраг в этом раунде, забирает Кибакина, не оставив тому ни шанса. Ну и что же, посыпалась экономика команды Natus Vincer. Как видим, у Сейзеда, Зевса, Старикса по 1500 американских долларов. У Сени и Кибакина чуть-чуть больше денег, 2600, 2800. Ну, это никак не влияет на закупку команды Na'Vi. Это будет однозначно эко, и есть шанс, что даже будет два экономических раунда подряд. InNation после успешного раунда никуда не спешат. Ника есть open frag, забирает Кибакина. Забирает Кибакина, скорее всего, при попытке выпада зигзага. Кстати, где умер Киба? Ну вот мы постараемся сейчас отследить смерть Кибакина, но это, скорее всего, произошло в медле. Вау, по-моему, прострел он вообще забрал. InNation, можно сказать, на верочку разыгрывают экономические раунды своих соперников, не оставляя тем практически никаких шансов. Ника два отличных минуса в медле забирает Сеню и Зевса. Попадает, кстати, через текстуру Стариксу еще и в тубо на украинском это туловище. Но при этом умирает. Итак, Сейзет и его перестрелка с USP Tactical заканчиваются ничем интересным. КГР, падая зигзага, уверенно забирает игрока команды Natus Vincer. 5-1, InNation неожиданно для всех начинает уверенно в первой половине и лидируют с разрывом в 4 очка. У Na'Vi, как я и говорил, второй экономический раунд подряд. Ну и постараются Na'Vi укрепить, как мы видим, бэплэн плюс миду. Единственный, кто находится на апленте, это Сеня. И у Сени уже назревает какая-то перестрелочка. Так, ну... По идее, опять никаких проблем у InNation на эко-раунде своих оппонентов возникнуть не должно. Ника
по-прежнему пытаются выцелить игроков команды Na'Vi в нижней тэшке. Но, как видим, не попадает уже несколько раз. Старикс, какой минус! Вау, Сереженька, молодец! Два минуса в зигзаге, подбирает девайс. Но вот уже в спину заходит Нена, забирает Сейзеда. Отрезает хелпу для Старикса. Ну и что же? Старикс в первую очередь должен постараться засейвить АВП, но Нена... Нена, даст ли это сделать ему Старикс? Третий минус в раунде. Сережа просто красавчик. Найтсталкер. Походу, ночное время пришло, и Серж включается на максимум. Но вот здесь он уже поделать просто ничего не может. Эми заходит и отрезает пути отступления для Старикса. 6-1. И Na'Vi продолжают свои попытки завладеть энным количеством раундов в первой половине. Интересный момент, у Кибакина появляется плетка, у Старикса АВП, два снайпера присутствуют в этом раунде у команды Natus Vincer. Ну а мы посмотрим на карту, что происходит у InNation. Два игрока, Эми и Нена, будут занимать верхнюю тэшку, и здесь никаких проблем не возникает. КГР, летний Ника контролирует мидл, не дают команде Na'Vi поджимать, ну и видим. У Старикса, вот не знаю, вот проблема в этом матче, как по мне, это нехватка именно экшена. Сережа должен с АВП дирижировать игру команды, постоянно держать напряжение своих оппонентов. Ну и вот посмотрим. Первая перестрелка намечается именно на зигзаге, и Старикс готов принимать эту позицию. Воу-воу! Ну, вы просто все это видели сами. Старикс просто шикарно забирает снайпера команды InNation, вырубает Ника, не оставив тому ни малейшего шанса. Ну и, по-моему, InNation немного ошарашены всем происходящим и заступились на зигзаге. Сенечка готов принимать длину. Именно сюда стягивается Нена и Эми. И постараются InNation как-то вот с двух сторон задергать апвент. Посмотрим, что из этого получится. Пока экшена у нас на карте нет. Напомню, до конца этого раунда остается 30 секунд. И неужели это будет сейв от InNation? Да, все меньше и меньше времени. Сеня уверенно забирает Нена. Также должен уверенно забирать и Эми. Но все, по-моему... InNation нельзя сейчас уже никуда выходить, хотя Зевс уверенно с респауна забирает двоих игроков, живых остается только Эми. Ну, на самом деле, полный провал от InNation. Даже если бы вот сделали парочку удачных минусов, начинать атаку на 25-й секунде, поверьте мне, это полный провал. Мы так проиграли первую встречу ему вейтом на Дасте 2, когда... не прочекали яму, а все потому, что атака начиналась также где-то на 30-й секунде. На Dust 2 это очень мало для полноценной атаки. Цена нашей ошибки очень велика. Вот те, кто смотрит стрим, я надеюсь, задумаются над этим и медлить больше не будут на Dust 2. И постараются все раунды разыгрывать немного побыстрее. Итак, очередной бой от InNation. У парней с экономикой все нормально, хотя денег, как мы видим, на следующий раунд уже хватать не будет. И надо ставить парням бомбу или просто брать раунд. Выход мидл. Есть минус от Зевса, правда, моментальный размен от Ника. Что происходит дальше, непонятно. Ну, разменами InNation все-таки выходят мидл. Кибакин забирает с плетки летний. Тем временем на Б-плент вышел Нена. И вау, Нена поторопился, увидел Кибакина, но не попал с первого патрона. Кибакин развернулся и с вертушки забрал игрока команды InNation. КГР один против троих, и Кибакин делает третий минус в этом раунде. 6-3. Na'Vi начинают набирать. Кстати, куда-то вылетает игрок команды. Что это за бред? Что? А, не куда-то вылетает, а просто решил игрок команды InNation усилить команду Natus Vincer и перейти за КТ. Сразу же после этого дисконнектнулся, ну и постарается в ближайшее время вернуться на сервер. На самом деле ничего страшного не произошло, у Нена просто будет 800 баксов вместо, вот как у его команды, ну хотя бы 2500. Короче, потерял на ровном месте 1500 зеленых енотов игрок команды InNation, он же Нен. Выход в длину, ну и тут все железно у Na'Vi, практически без потерь, потеряли только Есенина. Счет 6-4, ну и ожидаем закупки от InNation. По-прежнему в составе два снайпера, это Кибакин и Старикс. Ну и вот Старикс постарается, на вот по крайней мере, по направлению атаки, Старикс постарается навязать борьбу в мидле. Что из этого получится, мы сейчас с вами увидим. Сережа идет дальше, ну... Это интересно. Шанс подловить Нена. Тем временем. Куда?
пробрался Нико. Вот для меня это вопрос. Нико уже на выходе с Б-пункта, а Старик забирает Нена в Т-шке. Нико, ну вот хотел схитрить, подловить Кибакина, но видим, чем все это закончилось. Кибакин уверенно забирает своего оппонента. Ну и продолжает Нави разбирать игроков команды Nation по одному. Что же? Там чудо-поджим был, все это я провтыкал. Потому что нажимал не те кнопочки, которые должен был. Ну, да ладно. Все очень просто закончилось для Na'Vi. И, наконец-то, мы видим уже какой-то действительно прочный дефенс от команды Natus Vincer. Начинают парни поджимать, юзать какие-то фичи. Посмотрим, что Серега придумает на этот раз. ВП в его руках. Ну и Ксения. Будет массовый выход на длину. Зевс... гранаткой взрывает двоих оппонентов. Сеня врывается. Минус летний, минус Эмми. И без шансов для команды Nation. Вот так вот, нежданно-негаданно, Na'Vi сравнивают счет в этом матче. Счет 6-6. И я уверен, это не предел. Na'Vi постараются взять все оставшиеся раунды в первой половине, дабы почувствовать силы. Уверенность в своих силах, даже так скажу. Ну и попытка подсадки Старикса на зигзаг. Старается разыграть агрессивное АВП Сережа. Тем временем команда Nation массово заняла длину. Старикс не попадает с АВП. Дважды не попал Серега. Постарается оттянуться. Нико, как уверенно. Выходит в спину, забирая Старикса. Правда, капитан подстраховал. И все-таки сделал минус в ответ. Сеня. И попытка приема длины. Сенечка, проверить тебя или нет, не торопись. Сеня, есть минус. Воу! Ну, как же так? Должен был забирать еще как минимум летний. Но не срослось. Зевс. В одиночку готов принимать апленд. Зевс. Провал. Итак, смотрим. Вот у Сейзада намечается экшен. Если заберет летний, который непонятно что ловил на респауну. Смотря в респаун. Ну, наверное, все-таки прикрывал выпад команды Na'Vi именно с этой позиции. Хотя Кибакин минус Нена. Зевс, точнее Сейзад, зажимает КГРа с длины. Ну и тут все... очень просто как-то для Na'Vi заканчивается. Ситуация, казалось бы, 3 в 2 в пользу Nation. Но тандем Сейзада и Кибакина не ощутил никаких проблем при выбивании и взял этот раунд без потерь. 7-6. Na'Vi впервые в этом матче вырываются вперед. Так, опять-таки же хочу увидеть все-таки экшен от Сережи Старикса. Должен он навязывать агрессию. Ну и смотрим. Зевс будет поджимать в Т-шку. Это Нет, Зевс куда побежал? Смотрите, что делает бывший капитан команды Natus Vincer. Вырывается на летний. Летний застает врасплох и дожимает своего оппонента. Старик, кстати, не попал. Два раза с АВП. Мы это слышали. Ну, как же так? Вот такие вот детские ошибки от Ника. И Сеня без проблем забирает снайпера команды Nation. Так, Сережа Старикс. Попытка занять зигзаг, замечает оппонента, не попадает в него. Но это плохо, конечно. Тиммейты подстраховали, кинули пару флешечек. Серега перезанимает длину. Кстати, Сеня непонятно зачем решил прооркадить на зигзаг и был моментально наказан КГРом. Итак, у Старикса звездный момент, не попадает с АВП. Ими, кстати, тоже был слепой. Ну и есть минус. Наконец-то дождались. От Старикса минуса, ну и второй минус также долго оставит себя. Каша у меня уже в голове. Сейзит ворвался в спину, забрал игрока команды Nation, а именно Эми. 8-6. Последний раунд первой половины у Nation. Ну, проиграли уже кучу раундов подряд, поэтому деньги все-таки есть на бай. 5 КМов в арсенале команды Nation. Что постараются сделать в этом раунде, пока непонятно. Сейзет, АВП, Старикс АВП, Кибакин, Плетка. Ну, неужели это попытка повторить подвиги Астаны Драгонс и юзать как можно больше снайперских винтовок? Ну, Зевс и Сеня не выделываются, играют просто и со вкусом. Кстати, посмотрите, у Сени на радаре где-то здесь бомба валяется. Да, Сенечка, есть минус. Ну вот если спалили, в принципе, уже ничего страшного, потому что остался в живых один летний, который постарается побороться за этот раунд, но Сеня пресекает эту попытку. Уверенно забирает летний. Счет первой половины 9-6. Na'Vi дали достойный камбэк, проигрывая дебют этой встречи со счетом 5-1. Все-таки нашли в себе силы и вырвались вперед.
Итак, смотрим на статистику. 16 на 10 у Зевса. Сеня 12 на 10. Сейзет 11 на 8. Старикс 11 на 8. Ну, Кибакин на Б-планете, ну, скорее всего, просто туда не ходили и Нейшн. Так бы у Кибакина было фрагов побольше. Ника 12 на 13. 0 на 6 Нена. Вот после того, как вылетел Нена, точнее, присоединился к Нави, он действительно к ним присоединился и усилил игру команды Natus Vincere. Потому что после реконнекта у Нена не было ни одного фрага, ни одного ассиста, только сплошные смерти. Их было 6. Летний 5 на 10, КГР 8 на 12. Ну, короче, в принципе, плохо сыграла команда eNation в атаке на Дасте втором. Посмотрим, как сыграет Natus Vincere. Первый пистолетный раунд они проиграли. Надо как-то реализовываться и сравнивать счет по пистолеткам. У Старикса довольно-таки неплохой респаун. Будет ли его реализовывать Серега, мы сейчас с вами узнаем. Да, попытка занятия длины. Летний под флешку готов принять Старикса. Ну... Так, надо смотреть за Летним и за его действиями. Декой, кстати, валяется на прицеле у Летни. Но вот Старикса... Воу! Фантастический хедшот от Нена. Но это был... А, подождите, это был... Я думал, это был Летний. Если бы это был Летний, это была фантастика. В прыжке с первой пули, но это был Нена. Так что ничего фантастического у нас не произошло. Два минуса от команды eNation. При этом забрали только КГР. Ну и что же, связка. Команда Na'Vi постарается выйти в мидл. Сеня забирает Ника, при этом потеряли Зевса. Кибакин и Сеня вдвоем против троих игроков eNation. Ну и что же будет делать Киба? Киба. Гоу-гоу-гоу, Бипланд. Выходит на БПН, не встречает никого из оппонентов. А вот Сенечка подкараулил Эми и беспрепятственно занимается БПН. Ситуация 2 в 2, бомба стоит. Как будут выбивать eNation, мы сейчас с вами узнаем. Кибакин постарался сыграть агрессивно и сделать выпад с окна. Ничем интересным это не закончилось. Нена врывается просто на БПН. Сеня 1 на 1 и просто шикарная от игра от игрока команды Na'Vi. 4 минуса в пистолетке. И вот вам ответ хейтеры, которые вот хотят изменений в Na'Vi и в первую очередь хотят сбрить Сеню. Сеня сегодня на высоте. 16 фрагов, 7 ассистов, 2 MVP, 43 очка. Ну вот Сеня хорош. Хорош. И Сеня Na'Vi взяли. Пистолеточку благодаря ему. Стараются теперь пофармить у Зевса по 90, у Сени... Также довольно-таки неплохой ган для фарма, я имею в виду. Ну и что же, есть open. Сейзет врывается на помощь своим тиммейтам на зигзаге, забирает летний Нену. Ну, здесь все без проблем для команды Natus Vincere. Без потерь. Берут экономический раунд, счет 11-6. И еще один эко ожидает команду eNation. Ну что ж, если Na'Vi так продолжит, то наша встреча закончится буквально минут через 5-10. Я думаю, затягивать тут не стоит. Na'Vi в этом матче действительно выглядит сильнее, чем команда eNation. Ну и что же, у Старикса АВП. Странно, что не стрелял Серега. Наверное, был довольно-таки плохой респаун. Не потратил еще ни пули с АВП. КГР, есть open frag, забирает Сейзеда. Старикс, ну, подстраховал тиммейта, не дал оппоненту подобрать девайс. Хотя Эми с помощью хитрости и кнопки Use забирает девайс в медле, но далеко уйти не дали. Ну, получше разыграли этот экономический раунд eNation, сделали два минуса, но все равно этого недостаточно. Хотя экономика у Na'Vi немного подбита, особенно у Сейзеда, у которого осталось всего лишь 750 долларов. Кибакин также испытывает небольшие проблемы с финансами, у всех остальных парней вроде бы проблем нет. Старикс и его попытка прострелить ворота и пробегающего игрока на бэплэнд, как видим, ничем интересным не закончилось. АВП у команды eNation, как мы видим, играет довольно-таки пассивно. Ну, не знаю, я вообще не приветствую такие действия от снайперов команды, ну, любой команды. На самом деле, вы даете уйму пространства для атаки, это раз. Второе, вы не навязываете свою игру. Атака чувствует себя без напряжения, без всякой, ну... Просто, можно сказать, на релаксе действует атака. И вот только им надо дойти до контрольных позиций, сделать четкую раскидку и, собственно, сбрить этого снайпера.
Ну, на самом деле, еще не факт, кто кого. И посмотрим, как же Ника будет справляться с приемом своей позиции. Нави уже определились с выходом. Этот выход пойдет именно на зигзаг. Ну и посмотрим на игру товарища Ника. Так. Третья волна раскидки. Ника ловит парочку флешек. Есть первый минус. Забирает Кибаки на летний минус Зевс. Ну и просто шикарно справляется с выходом команды Нави на апленд. Ника и его тиммейт. Ника третий минус в раунде забирает Старикса. Ника просто шикарно. Вот я, можно сказать, высказал свое фе в сторону снайпера команды InNation, но при приеме апвента эта фе полностью растворилась. Он, можно сказать, перекрыл все мои аргументы и за счет своей великолепной стрельбы забрал четверых игроков команды Na'Vi и взял седьмой раунд для InNation. Так что тоже, вот видите, все неоднозначно, но на самом деле я все равно не приветствую вот такие вот пассивные действия от снайперов. Все-таки хочется видеть больше экшена. Так, ну и посмотрим, что же Na'Vi будут предпринимать контр таким действием команды InNation. Глубокий дефенс, и смогут ли Na'Vi пройти вот эти вот оборонные редуты команды InNation. Так, ну что же, Ника, второй раз Na'Vi решают пойти именно к тебе. Как будет на сей раз, даже не знаю, боюсь представить. Но первый раз просто шикарно связка Летний и Ника приняла выход по зигзагу. Летний помог сделать второй фраг, ну а там дальше Ника уже разбирался сам. Так, ну что же, Старикс, за тобой или за Ника? Вот за кем смотреть, для меня сомнения. Ну вот Сережа... Вау, спалили АВП. Ну, дальше все без шансов. Старикс уверенно забирает Ника. Зевс врывается в респаун, забирает Летний. Не, на минус Кибаки на длине. А нет, это было в медле. Ну и дальше Зевс просто шикарно. Упав в респаун, Данил делает 3 минуса. Просто разгромил команду InNation в одиночку. Ну и Na'Vi дают достойный ответ. А вот вам и неоднозначность вот такого пассивного ВВП, которого вот знали, что оно точно там стоит, что на хлпе у него максимум один тиммейт. Вышли просто без флешек, без раскидки. Первый дернул, Старик законтролил, сделал минус, и все дальше было просто для команды NATO Swinster. Быстрая попытка занятия длины. Кстати, у команды InNation закупка. Нэн падает, Сеня в яме делает этот минус. Но вот нельзя стреляться с ВП, хотя ВП нет. Так что все нормально, Сеня может стреляться. Это я зачехлил. Стянули практически всю команду InNation на апленд. На Б остался только Эми. Ну и воспользуются ли этим Na'Vi? Или все-таки будут ломать укрепленный апленд? Вот в чем вопрос. Так, пока только смотрим на карту. Сейзет. Попытка выйти в мидл. Ну вот нельзя сейчас по одному действовать. Na'Vi есть преимущество в одного игрока. И не надо его терять. Нету АВП у команды InNation, но походу об этом не знают еще. Na'Vi Летний все-таки разыграл свою позицию. Забирает из кармана. Блин, Летний. Вау, вау, вау. 2 в 2. На ровном месте растеряли преимущество, но Кибакин как же действует уверенно капитан команды Na'Vi. Выходя с зигзага, забирает в кармане Летний. Эми один против двоих, и успеет ли поставить бомбу Киба? Успевает. Старикс. Один на один, бомба стоит на длину, и для Эми это практически никаких шансов. Ну вот тут только жесткий чехлёж от Старикса, и что-то вот в этом роде могут спасти команду InNation. Старикс. Бах! Встал, присел, головошот. Эми отправляется в таверну. Счет 14-7 у команды InNation. Полное отсутствие денег. Ничья отдается без сопротивления. Если, конечно же, Na'Vi не придумают себе проблем на ровном месте. Ну и что можно сказать? InNation будут бороться только за ничью в этом матче. Но Na'Vi явно не устраивает ничейный результат. И парни будут вырывать победу любой ценой. Так, тем временем выход на бэплэнд в исполнении Сени и Сейзеда. Кто же первый сделает минус? А этот минус делает Зевс. Подловил поджимающего Ника зигзаг.
Сейзит. Воу! Перекрестным огнем забирает игрока команды Na'Vi. Ну и что ж, на эко-раунде посмотрите, какие проблемы возникают у Na'Vi. Два красных игрока, Старикс и Сеня. Также два красных у Innation, но суть дела не меняет. Для Innation риски не такие большие, как для Na'Vi. Хотя тут уже вряд ли что-то удастся противопоставить Innation. Аплэнд занят командой Na'Vi. Бомба сейчас будет установлена. Дефуз китов у команды Innation нет. Но какой же хедшот. Ставит КГР. Не дает Зевсу пройти на длину. Летний один против троих. Два красных игрока по-прежнему у команды Na'Vi. Но тут просто с двух сторон зажимают его навишники. Счет 15-7. 8 матчпоинтов для команды Natus Windsor. Ну и что же. Будет ли камбэк от Innation? Или все-таки Na'Vi одержат первую уверенную победу в рамках 8-го сезона Star серии? Старикс и его ВП. Есть довольно-таки неплохой респаун на бэплэнд. Постарается Серега его реализовать. Посмотрим, дадут ли это сделать Innation. Но, как видим, дым отрезает все возможности. И дальше делать здесь просто нечего. Так, Ника на зигзаге. Это интересно. Ну, вот снайпер команды Innation решил поменять профиль. И с кольтом в руках постарается принять эту позицию. Получает гранату в лицо. Удается слепому Нику забрать Сейзуда, также напрягая Старикса, но дальше все довольно-таки уверенно. Зевс выходит на размен, забирает Ника. Ситуация 4 в 4. Продолжает Na'Vi давить зигзаг. Летний. Где же ты, летний? Ага, там Нена, посмотрите, куда забрался. Нена и его поджим. Ну, здесь уже все просто для Na'Vi. Бомбы на руках нет. Как просто? Вот это, наверное, я погорячился, когда сказал. Бомбы на руках нет. Оу-оу-оу, Старикс с ВП. Ну, неудобно Сереже будет заходить в ворота. Зевс будет выпадать зигзага. Старикса слышали. Слышал, конечно же, КГР. Ну и посмотрите, по хаусбарам Зевс уже так напряг команду Na'Vi. Ну и Данил Тесленко. Один против троих. Воу-воу-воу. Ну как же так кривенько навелся Зевс? Не навелся он на Эми. Эми забирает бывшего капитана команды Natus Windsor и тем самым отыгрывает первый матч-поинт. Что же, по-моему, Innation сдаваться так просто не собираются. Будут бороться до последнего. Попытка Старикса открыть ВП есть. Минусует Ника со второго выстрела. Ну, первым пытался прострелить пробегающего игрока. Поменял расположение, ну и уверенно сделал минус. Старик, второй минус. Будет ли третий? Сережа видел оппонента вблизи по мидвом и не должен отпускать третьего. Да, уверенно забирает КГР. Три минуса от Старикса в этом раунде и отличный шанс реализовать матчпоинт. Эми пишет ГГ, в живых остался только летний. Ну и давайте смотреть за этим парнем. Ситуация непростая. 1 в 4. Просто дает всевозможные позиции игрок команды Innation. Ну и постарается подловить Сеню, и это не удается сделать. Сеня, крутясь, вертясь во все стороны, все-таки забирает летний. Счет в матче 16-8. И результаты сегодняшнего игрового дня на ваших... Где же наши результаты? Где же наши результаты? Вот они. Сейчас добавлю результат команды Innation против Na'Vi. Здесь у нас 8-16. Еще разок. Вот так вот и вот так вот. Итак, ностальгия сегодня проиграла LGB со счетом 16-7. Энцы боролись с Innation'ами на Inferno, но все-таки Innation оказались сильнее. Natus Windsor одержали уверенную победу, свидетелями которой мы стали буквально несколько секунд назад. Счет 16-8. Отличная игра от Старикса, Сени. Наконец-то парни нас порадовали. Ну что ж, друзья, я буду с вами прощаться до, наверное, завтра. У нас завтра есть какие-то игры. Так, сейчас вот пытаюсь прояснить, что там у нас на завтра. Если нет игр, то, конечно, это печально. Если есть, то будем прощаться до завтра. Егор, есть игры на завтра? Один матч. А что за матч? Поделись. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. АД против Innation. Ну вот Innation... Непростые сейчас времена наступают, будут парни сопротивляться, наверное,
на данный момент сильнейшей команды. Восьмого сезона однозначно эта команда Astana Dragons. Ну, а я все-таки с вами попрощаюсь. Еще раз спасибо всем, кто смотрел. До новых встреч. Услышимся. За 4 года игра Point Blank изменила мир онлайн-шутеров и по праву стала новой точкой отсчета в истории киберспорта. Более 50 миллионов зарегистрированных игроков со всех континентов. 11 классов вооружения, 150 единиц оружия, 9 боевых режимов и 35 уникальных карт. Баланс, проверенный временем и опытными бойцами со всего мира. Еще ни один командный шутер не предлагал такой динамики, скорости и драйва. Уникальные возможности попробовать реальные тактики на виртуальных картах. Это то, чего не купишь за деньги. Именно поэтому регистрация на pointblank.ru абсолютно бесплатна. Просто выбирай оружие по душе и вперед, в бой! Оттачивай стрельбу и тактические навыки. Собирай команду единомышленников. Начни свою карьеру киберспортсмена. Стань чемпионом. Еженедельно в СНГ проходит около 30 турниров с тысячами участников. И для начала твоя команда может побороться за $2000 в регулярной лиге Amateur Series. Оставь за бортом всех новичков и уже в следующем сезоне получи статус Semi-Pro, пройдя проверку в боях с более опытными соперниками. Затем борьба за статус чемпиона Pro Series. Задача минимум – попасть в четверку лучших и войти в элиту Point Blank. Star Series тебя ждет 15 сильнейших коллективов ру-сервера. Прямые трансляции матчей с твоим участием. Сотни тысяч зрителей, готовых оценить твой скилл. Награда за твою игру, респект всего сообщества Point Blank. И реальный призовой фонд звездной серии – $18 000 США. Не останавливайся на достигнутом. Впереди большие турниры. Шанс представить свою страну на ежегодном чемпионате мира Point Blank International Championship с призовым фондом более чем $50 000. Мировая слава, денежные трофеи и победы, которые войдут в историю киберспорта. Регистрируйся бесплатно на сайте pointblank.ru. Заряжай и разряжайся, почувствуй чистый адреналин, умноженный на скорость и точность. Это Point Blank.